Алексеевский сквер. Храм. Алексеевский храм. Это история нашего города. Один из первых храмов нашего города. Одесса товарная. Раньше вот сюда приходили пассажирские поезда. И вот здесь как раз люди прибывали в Одессу, гости нашего города. То есть это место достаточно историческое. Но по прошествии времени Молдаванка, район, сквер приобрел достаточно нехорошую репутацию. Но мы давно работаем над тем, чтобы ее поменять. Почему я говорю давно? Вот здесь самое интересное. Я горжусь тем, что когда-то мы начали восстанавливать очень давно. Отец Павел, я забыл спросить, когда это было? Ну, уже как минимум лет, наверное, 15. Когда началось строительство, возобновилось строительство и восстановили Алексеевский храм, я рад, что я принимал участие, мне позволили принять участие. Мы устанавливали кресты на храм, купола устанавливали, собирали деньги, восстановили храм. И этот сквер начал преображаться именно с того времени. За последнее время мы убрали отсюда торговые точки, которые были здесь, так называемые наливайки. И наша задача сделать этот сквер для детей, для людей, сделать хорошим, красивым, благоустроенным общественным пространством, городским пространством, которое бы безопасно отдыхали жители Молдаванки. Дети прекрасные Молдаванки. Поэтому моя поставлена задача убрать по истечению всех аренд, которая была, и разрешительных документов, убрать все вокруг наливайки и такие вот коммерческие точки, если так их называют, чтобы здесь было минимум продажи алкоголя, спиртных напитков, чтобы это было действительно красивое общественное пространство для детей. Будут установлены детские площадки, вы видите, идет мощение плитки, подведено водоснабжение для того, чтобы был полив. Греческий парк, в котором с трудом что-то пробивалось, какая-то растительность, потому что не было полива. Сделав полив, вы видите, как сегодня просто бурная растительность в греческом парке. Это сегодня абсолютно очевидные вещи. Почему у нас в парке такая скудная растительность? Потому что не было полива, и просто то солнце, которое у нас есть, оно просто выжигало все абсолютно. Есть люди, которые начинают умничать и говорят: посмотрите, какие красивые зеленые парки в Харькове. Безусловно, это успех, и городская власть там сработала и навела порядок в парках. Чем мы также занимаемся уже 5 лет. Только не раньше, немножко начали. Но там немножко другая, и климат другой. Поэтому нужно учитывать и климатические условия в том числе. И для нас спасение – это организация полива. Что мы делаем? Я уверен, полив мы сюда завели. Будет установлено 49 опор освещения. То есть фактически это будет такое светлое пятно. Наличие рядом храма сделает это место, я думаю, что таким достаточно культурным центром Молдаванки, где можно будет приходить и безопасно проводить время. Это самое главное. Планируем закончить основные работы, полностью сдать к апрелю месяца, потому что мы вступаем сейчас такой в зимний период, и дожди. Вот что мы успеем сделать, чтобы не работать, потом не было, не надо будет переделывать. Что успеем, мы сделаем, пока будет позволять погода. Окончательный план завершения работ всех полностью под ключ апрель месяц. Также разберемся, потому что, не странно, парк есть, был у нас туалет здесь, который, слава богу, остался еще коммунальным, не успел никто его приватизировать. Это действительно успех. Сейчас я дал техническое поручение техническим службам, протокольное поручение техническим службам обследовать его, сказать, что нам нужно для восстановления, либо когда мы будем на этом месте устанавливать уже наверху туалет, потому что, как мне говорят, специфика района и тот контингент, который облюбовал исторически это место. Ну, в любом случае, я считаю, что среда формирует. Как только здесь появится чистота, порядок и освещение, те, кто любит темноту и грязь, уйдут отсюда. А сюда придут культурные, красивые жители Молдаванки, которые будут отдыхать. Мы находимся на территории Алексеевского сквера, в которой проводится реконструкция. Надеемся, до апреля 2021 года закончить все работы. Стоимость работ ориентировочно 37 миллионов. При кажущейся большой сумме
хочу сказать, что где-то порядка 18 миллионов уйдет на реконструкцию трамвайных путей, потому что импортная поставка рельс в связи с тем, что здесь кольцо 12-го трамвая, который будет установлен 12 числа этого месяца для производства работ, которые мы хотим закончить где-то в январе этого года, что даст нам возможность проводить дальнейшие работы по благоустройству. Уже выполнены работы по организации полива полностью. Здесь будет полив по всему скверу. Кроме того, выполнена канализация, кабельная канализация для освещения этого сквера. Будет установлено 49 опор 5-метровых освещения парковой зоны и 9 опор уже установлено 9-метровых для освещения храма и опять-таки парковой зоны. Будут установлены и сменены опоры контактной сети для трамваев. Кроме того, будет забор, это скорее даже уже реконструкция существующего ограждения, это не забор, это ограждение храма одного из первых в Одессе. Он будет максимально аутентичен с использованием частично сохранившихся старых элементов. Мы сделали уже в наших реставрационных мастерских металлическую ограду, вот она тут представлена, взамен недостающих элементов. Длина забора 637 погонных метров. Будет установлено замощение плиткой где-то порядка 8000 метров и 1100 метров асфальтового покрытия, по которому будет выполнено резиновое покрытие для 5 площадок для детей. То есть здесь будут площадки для детские площадки и 2 спортивные площадки, небольшие, опять-таки, для детей с мягким безопасным резиновым покрытием. Ну, вроде бы. Як ви зазначили, тут проходить кільце 12-го трамваю, і вже Геннадій Леонідович, і ви зазначали про те, що тут будуть дитячі майданчики. Наскільки це безпечно, чи не буде загороджуватися та територія, щоб діти часом не вибігли туди? Ні. Трамвайна лінія від цього парку ограждена существуючим огородженням, тому вибіжить туди достатньо трудно. Буде безпечно. Коли розпочали роботи саме тут? Ми почали працювати где-то 2 місяці назад і йдемо, в общем-то, опережаючими темпами, существенно, благо погода дозволяє. Чи стикалися вже в роботі з якимись проблемами, яких на початку не планували, що вони будуть? Да. Щось було таке? Ми з цим зіткнулися, прежде всего, по первоначальному проекту здесь должен был быть сборный бетонный забор. И благодаря настоятелю, благодаря в общем-то, работникам управления культурного наследия, мы тоже поддержали, заказчик поддержал, решили все-таки вернуться к аутентичному ограждению, частично нашли элементы, сохранившиеся. И будем делать абсолютно одинаковый, ну, такой же забор, какой был еще до революции. Потому что это, в общем-то, не является памятником архитектуры пока, но является историческим местом, как сказал отец Павел. Это была первая привокзальная площадь, сюда приходили молиться в храме отъезжающие по железной дороге первой и приезжающие. И хотелось бы, чтобы это было место на Молдаванке, которое, ну, остается, так сказать, в памяти, в котором приятно будет находиться. Здесь еще будут установлены количество, не помню, скамейки, урны. То есть, короче говоря, это будет место, ну, скажем так,
приятного культурного отдыха. И останнее, я так розумію, зараз ви стару плитку замінюєте на нову, чи залишаєте якусь? Ви хорошо, хороший вопрос задали. Здесь не было ремонта, по-моему, ну я не знаю, с начала 60-х или 50-х годов прошлого века. Тут плитки не было никогда, асфальта практически не было никогда. Тут вообще ничего не было. Тут, кроме, ну не знаю, каких-то буераков не было ничего. Тобто ну, все так. По-новому ставите зараз? Абсолютно нове і абсолютно другої форми. І... Да. Новодел, но он полностью повторяет старое, что знает. Это вы по тому элементу, который есть? Да, мы сейчас вот с этой стороны. Да. Мы вот здесь сейчас находимся. Это спот делаем. Вот это въезд, это новый въезд? Да, да. Вы просмотрели сразу все? Я вот в идеальном проекте делался только вот этот въезд. Мы делаем. Здесь у нас есть такой дом, есть дом с обеденной стороны. Вот здесь ворота. Что удастся сплюнуть, дает новые, но... Блин, мы же знали проект. Потому что проблема красную сделать вместо серой краски.